куда-то Крис хочет ехать. Куда ты едешь? Крис решил прямо лупануть. Чуть не проехал. Макс сказал, что там все твердо. Да, да. Где там твердо? Там такая за прошлые годы колея, мама, не горюй. Поперечка. Там поперечка или просто колея? Не, колея глубокая там в том месте. Там надо просто брать чуть одним стороной, да, потом, да, да, одной стороной надо брать. Или же я вот по этому краю поверху ехал и там прыгал, там коротенькая. Маленький. Есть такой? Маленький этот самый гидравлический. Да, есть? О, дай пожалуйста. Да покажи ты это. Да нафига сидит. Да иди в багажнике. Иди в багажнике возьми. Там глубоко, Крис. И меня отнести туда. Так, Виталик. И сосисочки, посмотри, там были, кажется, Вета. Я тут прицепился, как на электричке. Строп затирает. Я тут. Строп затирает. Сильно не газую, я стою сзади. Блин, лучше бы я ему не говорил это. Так, Макс поехал за запаской. Феерично вышел из-за поворота, но... А что, это ава? Верить, верить. Ава тоже есть, надо достать. Паштет. У меня паштет тоже есть. Польский, вкусный. Любишь паштет? Сейчас я иду. Проехал. Макс спешит на помощь. Глубоковато тут. Блин, какие у тебя красивые белые носки, блин. Да, вообще сказка. Подготовлен человек, видно. Человек, который не рассчитывал, что он здесь застрянет. Да понятно, ну машина ж проходимая, ну. Ну надо тебе эти... Тапки поменять сначала. Поближе подъедь. Иностранца заставляет таскать тяжелый длинный трос. Гастарбайтер? Откуда вы? С Днепра. С Днепра? Вон тебе из окна Тимошенко машет. Юлия Володимировна. Подъезжай ближе, Марк. Юлия Володимировна. Так, там Леня с Элджеем еще заканчивает. А нет, наоборот, Элджей Леню подтягивает. Леня меняет траекторию. Стоп, 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 хорошо, давай. Леня правильный маршрут выбрал. Все,
зацепили. И поесть спокойно нельзя с этими джиперами. Там еще Нива со спущенным колесом. Макс Юзи. Не, сорвал. Так, FJ пошел. Да, отсечки. Красиво. Уверенно. Так, Нива осталась красная. В прошлом году с Карпатского кордона ехали, и такого ключа у нас не было. Но фолловер привез прямо на трассе подо Львовом. О, сейчас починишь. Видишь, как хлопцы кончают эту. Ёханы, папай, семечки новые улетели. Да подожди, бросай все, семечки чуть не потеряли. Надо пособирать. Здесь зираник отбился, и тут так все специально. Есть у тебя, да? Нет, зираник отбился. Туда же надо бежать к той же машине. Слышь, может ближе подъедешь, чтобы не бегать? Нет, так зато теплее. Да? Да. О, что вы в масках, пацаны? У тебя нельзя. Правильно, надо нежно. Ты что? Не, не, а, не. Да, 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 нормально. Открой. Я думал поворачивать. А что так тяжело? Ты ж не можешь. Потому что не легко. Что-то не нарушил ты в конструкции, мне кажется. Да, он крутится просто. Не выкручивается, а крутится. Сейчас Макс. А может будем? Не, не может быть. А подожди, у него же УАЗик тоже, он знает. Не, надо просто как это. Просто надо крепкие ноги, да? Легче пошел? Не особо. Да, когда уже легко идет, значит уже отваливается. Ага. А ножка кажется так хорошо. Так, слышу звуки. Из-за поворота показался Макс. А за ним и Нива. Нормально. Стой, стой, Веталь, сюда, вот здесь. Сюда едь. Веталь. Вот здесь едь, там не едь. Аж солнце вышло. Так, поменяли. Не, помыли колесо. Не-не, так а что они хотят? Надо одной стороной здесь ехать. Да нет, тут Леня проехал. Да, ну там глубоко, пипец. Тем вот более, тут? Да. Не, там этот проехал спокойно. Я тоже думал, надо было там убрать. Вот. Не, ну, смотри, да. Не, Нива может быть, да. Я буду колесо чистить. Так что, отмыли и все нормально? Да, отмыли, оно само еще сейчас. Спасибо. Так, серьезный пилот. Ну почти. Слушай, на 20 сантиметров. Ну, этот на пене, что-то взять. Вот дает этот заехал. Макс на помощь. Тоже место. Не, ну у вас круче Нивы получается.
У вас круче Нивы. Слышишь, мне кажется, Веталь завтра продаст Ниву уже, или вечером. Да? Или вечером продаст Ниву, или завтра максимум. Загружают уже, да? Уже в объявлено она. Глянь, отъехал подальше, чтобы не травмироваться, да? Места хорошие. Да. Поёшь. Вот смыть не назад. Пытается задавить меня. Задавить. Стой, стой! Вот это отжигает. Стой! Вот это жесткий. Блин, еще и грязью бросается. Что за зверь? Крис, стой! Крис, ты упадешь на меня! Нет, только еще место. Уже места нету, надо на... Так как дойти туда, не знаю. По крышам вот. Сюда, сюда, по колесам. По колесам. На крыло, на запаску, на порог. А что, на крыло можно остановиться? Блин. Говорит, иди, дойди. Ёханый бабай. По крышам иди, говорит. Ой, блин, стой. Ёханый бабай! Вот это пейзаж! Я дошел! Какой кадр! Это просто бомба! Юрец, отходи! Так, Нива там еще. Вот это кадры. Хорошо пообедали, я смотрю. Тут копнули нормально так. Веталь к Юлии Владимировне поехал домой, наверное. Стой, стой, трос там.
раз по пробитому. Да, тут жестковато. Собака, барабака в оффроуде тоже. Красавчик! Оп! Блин, ну тут жестко было. Собаку чуть не утопили. Всё, собаку чуть пока... не утопили ребенка маленького. Меня уже немножко там... Устал, а, нет, спать устал, уже хочет. Спать. Ну, так, слушай, ребенок, да. Побежал.